Цена – 142 миллиона рублей. Столько понадобилось городским властям, чтобы построить водозабор в микрорайоне «Спутник». Сегодня там проживает около 4 тысяч человек. Есть детский сад, скоро будет и школа. Его строительство было приурочено к строительству новой школы, потому что одно из направлений обеспечения водой при строительстве новой школы, конечно, бы давление упало, и жители бы могли остаться без определенного потребления воды. Водозабор должны были построить в 2023 году по федеральной программе, но новую школу откроют раньше, потому нашли деньги в городском бюджете. И совсем скоро здесь будут учиться 500 ребятишек. Мы знаем сегодня, что в школах индустриального района есть определенная нехватка мест. И таким образом дети, которые ездят с этого микрорайона, уходя в свою родную уже школу, они освободят места для других детей. Кроме того, бюджет города сэкономит 30 миллионов рублей. Такую сумму тратили ежегодно, чтобы отвозить детей в школу. Теперь у них будет своя. Строители уже завершили кирпичную кладку, установили пластиковые окна и продолжают монтаж внутренних инженерных сетей. А покрытие здесь предусмотрено где-нибудь? Резина, да? Резина, полимерный газон. Поле, да? А пока рабочие строят новые водозаборы, это тоже важно, потому что сегодня люди все чаще выбирают для жизни пригород. В своей очереди ждут Казенная Заимка, Черницк, Бельмесево и не только. Елена Кузовкина, Анастасия Наборчикова. День с толком.